А вот в «Нафтогазе», похоже, все-таки готовятся к повышению цен, а значит и к гневу, который может вызвать это решение. Ну, по крайней мере, для главы компании Андрея Коболева уже купили новую бронированную машину, мощный «Кадиллак». И объясняют такие меры безопасности, я цитирую, «анализом рисков в будущем». Ну, конечно, формулировка расплывчатая, но все же понятно, что после получения многомиллионных премий, да еще и на фоне роста цен и тарифов, продолжать деятельность в таком же духе может быть просто опасно.